Я могу покорить. А могу обоссать. Короче, настроение ехать домой. Рубрика «Богатство». Обожаю вот это. Выглядит секси. Пойдемте найдем холопа. Всем, как говорится, морем би лайк. Хотя, походу, холоп еще не приехал. Очень жаль. Очень жаль, поэтому выйдем, как эти, как королевы. Посмотрим, как там ут поживают. Девчонки! Ебать ты, Люся. А вы тут что, на этом? На гнойном променаде? Как говорится, не ебут, не кормят, так живем, да? Малыши, ну вы чё? Да, не на душном, короче. Девочки, ну давайте покупаем билетики, чё задумались-то? Отборный юмор, веселушка, смех и хохот. Это все, что вам гарантировано. Ой, они смотрят себе новое жилище. Да, живите на паркинге, девочки. Паркинг тоже ничего. Господи, еду, короче, еду. Ничего не предвещает беды. Я вижу, что Кларусик Новикова опять концерты дает. Ай, ты моя хорошенькая, моя... Мой дикий рыжий апельсин. Я выхожу из машины точно так же, как я выхожу из твоей жизни, блядь. Мы так и будем ехать, ебаная ты Лада Ларгус, сука, собачка. Лада Ларгус, умоляю, зачем покупать такие спорткары, чтобы ездить, как ты? В обвесе. Сердце боль. Неплохое сочетание, я считаю. Девушка, а можно, пожалуйста, так не смотреть? Это как бы неприлично. Блядь, я попросил на меня не смотреть, в чем проблема? Пожарная, пожарьте мне картошечки. Просто хотели задать, не понимаю. Так, я понял, что ты не совсем девушка. Не совсем. Да. И какой вопрос вы мне хотели задать? Ну, дело в том, что я... Ну что, девочки, 500 литров крови мы уже сдали. Предлагаю пойти на модный экскурсион. Перекурить это дело, пофлиртовать со стариками, сказать им, что «Я Алёнушка», а на самом деле Лёшенька, блядь.